Даже встать на две ноги, забежать и снова работать. Так, готовы? Две минуты будете меняться. Еще раз. Даник! Я сказал, следующий, и ты сразу бежишь и на него. Еще раз, кто у нас уходит? У нас уходит Цуркан, у нас уходит Денис, и у нас уходит Пастухов. Поэтому ты сразу готовишься. Я говорю, осталось 30 секунд, и ты уже ходишь сзади. Следующий, ты раз на Игоря сразу сзади, и начинаешь его дергать дальше. Понятно? Сразу сзади работает. Джим! Борется. Грэплинг. Удержание. Все. Я тоже долго держала. 5 секунд удержания. Потом делаешь удушающий, потом делаешь болевой. Стоп! Чезар, начало удержания, потом сделал, потом переходи на болевой или удушающий. Сделал удушающий, делай болевой. Начало удержания, потом что? Или болевой, или удержание, потом удушающий, болевой. Сделал болевой, значит удушающий только делаешь. Три секунды осталось, следующий, готовимся. Боремся. Даник, встань уже, готовься. Никита, встань, готовься. Никита, на кого должен? На Чезара наступает. Ты на Игоря, а ты на Батука. Следующий! Кто ты перед ним сел? У нас сзади надо заходить. Давай. Что ты на колени сядь? Эй, лежи на спину, можешь лечь. К нему ногами. Это по грэплингу боремся. Сколько машка? Сделал уже, да? Что ты сделал уже? Ну, 30-50. 30-50? 50 приседаний, 50 отжиманий, 50 Что? Кто лучше, чем 50? Следующие приготовились. Ты уже нападаешь на Бутузу. Денис, нападаешь на Чезара? Да. Влад, нападаешь на Бутука. Следующий! Уходи, Чезар. Посмотри, Никита, подними, пожалуйста, там. Можно надо задушить? Прижимай колени к голове. Бурдуша, колени к голове, а то сейчас залетишь. Колени к голове! На колени сесть и прижать. Иначе так улетишь. Сначала удержание делается. Я держу. А он... Зачем ему? Да ну, это сейчас... Никита, следующий готовится. На Чезара пойдешь, Никита. Следующий! А, блин, она же съел следующий. Блин. Правильно. Очень.
Денис, спать. А, возьми, пожалуйста, сюда. Но ну, вот я не спать. Он сдался. Дальше, Борис, что ты его отпустил? Я не видел. Пастухов, смотри. Стоп, стоп, стоп. Вот в этой позиции также начните оттуда. Назад зайти. Выходи, выходи, вот делай болевой на руку. Так! Приготовили следующее. Чезар, давай заходи быстрее. Никита, чего ушел? Следующий! На Чезара и на Бутука. Голову пропускает Денис, туда голову разворачивается, он выходит рука. Голову вот смежит. Чезар за ковром. Ту же позицию, только в центре. Следующий. Что ты отпускаешь? 30. Я сразу буду говорить, и приготовиться сразу. Будьте внимательны, рука, значит, вы должны быть уже готовы. Машка, что с ногами? Не прыгаешь на скакалочке, да? Нет, просто в школе попал. А, сегодня? Да. Что вы, иди сюда ко мне. Иди сядь, моя красавица. На скакалку, да. Что вы делали на скакалке? Следующий! А, прыгала, да? Да. И как? Да. 26. Машка, ты же Денис. Давай. Это красивая девочка. Красивая девочка должна быть красивой девочкой, да? Что можно? Кубики? Раз. И ножки. Почему тебе все равно много ходить? Хорошо? Хорошо, ладно, ты так сегодня положи. Никита, приготовиться уже. Жевстета. Следующий! Уже рядом должен быть! Да блин, мама! Ну так я не понял. Да ушел. Ушел отсюда. Души его. Чезар, стоп. Чезар, стоп. Никита, стоп. За ковер вышел. Это положение с центра начинает. Аккуратно. Денис, ты видишь или нет? Все. Да что ты впереди становишься? Сзади надо заходить. Он ему еще зацеп боли не сделал с колен. Вообще, блин. Пастухов, ты, наверное, второй тренер у тебя, Александр Иванович. Зацеп боли не в партере, блин. Я в шоке, блин. Влад, Матвей, туда перейди. За ковром туда. Владимир, Матвей, туда перейди и там в это положение. В это же положение.
Валя, вы на ноги можно? Да. Какой чинчик? Чинчик. Стоп. Сейчас нельзя, потом можно. Болевые на ноги. Следующий. Правильно, Игорь. Вы с этого прикачиваете на левый бросок. Можно? Ты идешь воду пить. Воду потерпишь. Даник, стоп. Вот это положение туда, в центр. Стоп. Влад, Влад, Влад. Туда это положение опять ставите. Так. Как ты, пастухов? Грифлив. Молодец, как пришел. Да зайди назад, только тот. Не будет запустишь эти капли. Аккуратно запускаешь ноги. И шею вот так вот. Да, открылся и сразу душишь. Вот, потихонечку. Переворот. Вот ручку, теперь душить надо. Да. Вот. Видишь, он тебе ничего не делает. Положи его мордой вниз. На живот положи просто. Руки выбей, чтобы он носом. Выбивай руки. Эй. Души отсюда. Руку и шею. Следующий! Артем, с той стороны, пожалуйста. Ногами переворачивай поворот. Вот отсюда, выключай руку изнутри души. Вот одну ручку выключил. Вот и не отпускай ногами ни в коем случае. Я тоже треугольник можно? Можно. Стоп. Чезар, перейдите туда на середину. Так же. И болевые на руки, на ноги. Удушающие ногами. Единственное, нельзя душить двумя ногами чисто шею. Чисто шею. Владимир, руку уже поставил, все, уже пролетел. Руку на туловище надо ставить. Нет, душить, 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 душить. Сбоку проводи, сбоку. Руку выключи одну и проводи сбоку. Одну, а потом давай. Все скользит, не могу чувствовать. Хорошо, что сегодня воду пил. Следующий. Даня, почему сидишь, Никита? Центр, центр, Даник, центр. Центр, Даник. Защищайся. Не дай пропустить, чтобы ноги взял. Ни в коем случае, Влад. Одну можно, а вторую не давай ни в коем случае. Он только взял. Если он одну держит, он обязательно... Хорошо. Денис, 5 минут можешь еще подождать? Да. Да? Мате, Мате, стали под... Ну, Чеза, Никита, эй! Командир, эй! Мальчики, Никита, ногой нельзя, ну нельзя же так. Он нарушил что-то, но сделай то же самое, но ногой не надо. Встали, пошли вокруг ковра. Ребята. Ребята, давайте дружно. Не хочу поговорить. Так, эй, вот здесь построили, без кимоно пока, без кимоно.
Значит, три человека здесь. Игорь, Влад, взяли, да, по 50 раз. Вот на синей линии Чезар, Денис и Поляков. А, нет, Чезар, Денис и Бутук. Там дальше. Никита, вот этот самый, Даник и... Тогда вы... Хорошо, вы там делаете, а вы там, все по 50 раз. А, нет, вот вы по 75. Не, я извиняюсь. Стоп, вон туда. Вон туда. А, этот, Денис, вы делаете 75 каждый. Эй, вы, доходяги, по 50. А вы 100. 175 и 50. Джен! Всегда пускайте самого сильного, потому что если слабенький, туда пусть меньше сделает. Вот Чезар молодец, хорошо. Данич, красавчик. Игорек, умница. Можно не сразу делать 175 или 50. Игорек сейчас вас всех дернет. Красавчик. Даник, давай, потому что этот... Красавчик, Даник. Ты хоть сильный стал. Лучше, лучше всех делаешь, Даник. Сколько же? 50. Да? Да. 50. Пастухов грудью. Хорошо, Бутов, молодец. Стоп, стоп. Мальчики, развернитесь так. Еще вы ногами сюда в камере или голова? Голова. Стоп, Бутук, зайди сюда. Чезар на месте. Бутук, сюда зайди. Зайди сюда. Двигайся, вот двигайся, двигайся. Двигайся. Подвиньте сюда чуть-чуть. Сюда. Все, пошли. Пошел, чтобы я видел. Денис, грудь касаемся. Не уходите назад, Даня. Пошел, сын. Петя? Сейчас? Да. Знаешь, взрослые пацаны сразу почувствовали, что ты что-то где-то нахуршил. Нет, достаешь. Как вы там пашете, Александр Иванович, а потом не подтягиваться не умеете? Да я верю. Но ты ж ходил еще в какую-то секцию. Хорошо, Машенька. Ну, что он такой, да? Да, он. А что? Да. Он в ходит. Да, да. А как пришел? А что ты делаешь тогда вторник читать? Я? Вторник? Ой. Да, не знаю. Но часто не хожу. Мол, могу иногда, может, редко пойти. А что сюда не приходишь туда? Хожу. Ну, во вторник тебя нет. Ты же водил своего этого брата. Часто не водишь, но так надо приходить на тренировку. В четверг не водишь. Игорёша, Пастухов, сюда чуть-чуть, на середину, сюда. Эй! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, вот сюда, вот сюда. Во-во-во-во-во, пошли. А ну-ка, а ну. Во, смотрите, как Пастухов делает. Красавчик. Это вы готовитесь будущую жену тащить в зоопарк, ой, в этот, в ЗАГС, в ЗАГС. А то будет у вас жена полненькая, и все. А кстати, некрасивые полненькие очень хорошо готовят. Убирают и стирают. А возьмете себе красивую жену, будете на трех работах пока. Пилить вас будет, она еще и к другому ходить будет, пока ты работаешь, да, Юрий Александрович? Сделали? Да. Все, поклонились тренеру. Все, мальчики.
Ой, пацаны, ну как вы быстрее сделаете, а Даник сделал хорошо.